Все, говори. Короче, анекдот. Еврей справляет днюху, зовет, блядь, грузина, русского и казаха на днюху. И говорит, принимаю подарки только золотом. Ага. Ну, здесь раз, днюха, звонок, дверь, стоит русский. О, еврей, нюхай тебя, братан, туда-сюда. Еврей раз, на подарок. Русский ему раз, хуякс, золотое кольцо, пузырь водки. Он читает, ёб твою мать, читает золотое кольцо. Ну хуй с ним, заходи. Считается, да? Заходи. Раз, блядь, звонок, грузин заходит. Ой, еврей, нюхай тебя туда, со братан, блядь. Еврей, раз, на подарок. Тут ему раз, блядь, коробку конфет. Блядь, кисляк у еврея. Читает, золотой стандарт. Ну хуй с ним, заходи, говорит. Раз, звонок, дверь, джих, казах заходит. Бля, еврей, бля, нюхай тебя, братан, туда-сюда. Тут раз на подарок. Он говорит, Алтынбек, заходи, говорит. Молодец.